что-то интересное. Мне так кажется, что там внутри будет что-то очень интересное. The Columbine. Really? I need to go and check it out. Вчера мы зашли в этот магазин, и я просто обалдела. Настоящий мамы скелетом. Даже написано, где он был найден, не был найден. В Сибири, в России. Кейв Бир, это пещерный медведь. Скелет пещерных медведей, что ли? Да. Написано, что пещерный медведь. Ценой 12 500 долларов вот за это. Вот за этого 3900 долларов. Цена 18 000 долларов в этом кристалле. Как сокровищница Аладдина. Thank you. I will. I'm shocked. So many beautiful. It's like a treasure of Aladdin. This is, listen, it's art by God. You know. It's by God. It's art by God. Don't go ahead, что это искусство от Бога. All right. You are tired of holding it, right? No, I keep holding it. All right, let me give you a little pouch for it. So, pick out your favorite color. Mm-hmm.
Now you're gonna have father start to pick up the pouch and T-Rex. Наиболее в мире это один из самых больших и наиболее, как говорится, собранных, то есть укомплектованный череп. Очень приятная неожиданность. Шли-шли, гуляли, увидели магазин, остановили и нашли. А тут такое. А тут такое. А тут такое.